Безопасные каникулы столичные бойцы МЧС совместно с аквапарком Лебяжи провели мастер-классы на базе детского космического центра. Как правильно использовать электроприборы, справляться с огнетушителем и что делать при пожаре. Кроме лекции, дети могли освоить игровые автоматы, познакомиться с поисковой собакой и даже представить себя в роли космонавтов. Минское городское управление МЧС в преддверии летних каникул совместно с Центром семейного отдыха аквапарка Лебяжи проводит мероприятие, которое направлено на то, чтобы еще раз научить детей и, конечно же, их родителей отдыхать безопасно, потому что большинство происшествий с детьми случается именно в летний период, когда дети часто предоставлены сами себе. Поэтому сегодня мы детей учим основам безопасности, но родителям, конечно же, еще раз напоминает о том, что ни в коем случае не стоит оставлять их одних. После импровизированного мастер-класса всех детей ждал еще один сюрприз. Байкеры катали малышей на мотоциклах по дворовой территории аквапарка.